Еще в прошлом году благотворительным фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» был объявлен конкурс, в ходе которого российские города могли выиграть право на установку детского игрового комплекса. Основным критерием отбора конкурсантов была большая работа с детьми-инвалидами. В итоге победителями стали города Красноярск, Глазов Удмуртской республики и Нефтекамск. Теперь на месте бывшей малой сцены в парке будет оборудована большая игровая площадка. Здесь разместятся качели, турники, сказочные домики, горки и другие виды самого разного игрового оборудования. Некоторых детских объектов ранее в городе никогда не было. На площадке также будут установлены скамейки для родителей. Стоит отметить, что Нефтекамск – это единственный город в республике, в котором появится столь крупный благотворительный объект, стоимость которого переваливает за 12 миллионов рублей. Организация или город должен соответствовать требованиям, где, значит, есть внимание детям-инвалидам, есть внимание детству. Мы соответствуем этому стандарту, и плюс мы сами вышли с инициативой, мы готовы даже софинансировать. Но софинансирование выразилось в том, что мы подготовили площадку, огородили его, подготовили персонал для охраны и обслуживания. И этим самым мы вошли в программу. Сегодня отрадно мы получаем, вот через день идут автомобилями, привозят оборудование. Сегодня идет разгрузка. Значит, будет тут в парке площадка для детей до 6 лет, площадка будет от 6 лет. И самое главное, будет отдельная площадка для детей с ограниченными возможностями. И приятно будет для нефтекамцев, будет хороший роллер-парк. И самое главное, я хочу сообщить горожанам, это будет большой подарок нашему городу в День города, 30 августа мы будем проводить. И все время работы, мы договор заключили с фондом на 10 лет, дети посещают будут бесплатно.